Всем привет! Привет! Мы канале Кикидо. И с вами я, Камиль. И мы открываем сегодня вот такие вот жвачки для рук. Сегодня мы открываем жвачки для рук. Давай посмотрим, вот что у нас. У нас сегодня два цвета. Вот такие вот жвачки для рук. С монстрами. Монстр Шмонстр. Вот так они называются. На них нарисованы какие-то чудики. Искривленные монстры. Синего цвета и красного цвета. Вот такие они. Да. Только одного глаза. В середине вот такого. Да, с одним глазом. Ну что, открываем? Давай посмотрим, что там. О, там все вывалилось уже. Посмотрим. Майк Вазовский. Майк Вазовский вывалился. Так, а это у нас, посмотрите, куча-куча деталей. Такие вот глаза. О, зубы. 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 Смотри, как. Это, наверное, не зубы. Нет, зубы. Что-то у нее нету здесь таких вот нарисованных. Да, посмотрим. Так, руки. Вот они, зубы. О. А у нее нет. Это рот. Что-то тут куча глаз. А что так много глаз-то? Он же на картинке нарисован с одним глазом. Вот такая вот инструкция. Жвачка для рук. Достаньте пластилин из банки, подержите пластилин в руках некоторое время, чтобы он стал более эластичным. Сделайте любую заготовку для монстра. Можно сделать любую. Давай сделаем два разных монстра. Как, смотри. О, ты тоже превратился в монстра. Глаза болят. Глаза болят? Ну что? Я открываю одну баночку. Пап, смотри, три. О, какая она тянучая. Камиль, смотри. Тянучка такая. М? Давай сначала один сделаем, потом второй. О, ой. Вот такая вот она липучка. На самом деле, как жвачка. А, интересно, она пахнет? Нет, не пахнет. Но прям как настоящая жвачка. О, как она тянется. Покажи, Камиль. Как мед. Вау, у меня чуть позвалось. Ну что, давай. Написано было в инструкции, что надо немножко подержать в руке. Он стал более эластичный. Давай. Делай комочек. Мне руками. В общем, надо сделать какую-нибудь такую круглую форму для монстра. Что, мы должны налепить все это на монстра? Да, это каждый монстр, у него будет свои глаза, руки там и все такое прочее. А вот так все налепить? Да. Вот, мы налепили ему глаза. Он стал очень мягенький. После того, как мы его помяли в руках, он становится очень мягкий. Вот. Давай. У него глаза, кстати, шевелятся, когда их вот так вот крутишь. Ага. Давай. Лепи. Вот так? Так. Покажи. Это у тебя какой-то получился краб. А я монстр. Пап. Я вас съем. Пап, смотри, мистер Крабс. Мистер Крабс? Он похож на краба, да? Вот. А его можно, знаешь, как сделать? И можно сделать вот так, расплющить его, Сиапка. Чтобы он был плоский. То есть это как-то лепешка. Как лепешка. Монстр-лепешка. 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 Здравствуйте. Я монстр-лепешка. Вот у меня три глаза и большой рот. Еще у меня есть антенки и ноги. И ну я пошел. Да, мистер Крабс. А он у тебя стоять-то будет? Давай вот так вот сделаем. Ноги поставим, чтобы мог стоять. Что-то у него ноги вообще слабый какой-то монстр. Да, корона. Смотри. Что получилось? Давай посмотрим. Привет. Привет. Я монстрик-петушок. Папа. Ку-ку-ку. А, мы рот забыли. Сейчас он может говорить. До этого он не мог говорить. Привет, я монстрик-петушок. У меня вот такой хохолок. У него руки так стоят, как будто он радуется. Ура! Держи. Здравствуйте. А можно я вас обниму? Ну, давай. Все. Держи. Кому понравились мои монстрики, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!